Всем привет! С вами Бартоломео. Со мной вместе фея Винкс. Что? Дэч, ты что, переоделся, что ли? Магия дружбы! Спускайся давай. Подходи ко мне. Видел меня? Я вот почему-то слышу эхо. Не знаешь почему? Не знаю. Я как будто в трубе. В трубе. Выходи! Выходи! А, вот он ты. Ты что там закопался? И сегодня мы будем... Дюбать! Слушай, мы поменялись. Новый уровень. Новый уровень, да. Короче, для тех, кто не в курсе, мы сейчас с Дэчем собрали какую-то непонятную сборку. Как вы видите, тут какие-то... Мы снимаем дюбы, неважно. Это тайная сборка, давай не рассказывайте. О, хорошо, давай не рассказывать. Короче, мы будем тут показывать дюбы. Кто догадается, тот молодец. На версии 1.12. Да что тут? Да, кто это? Дэч, посмотри, какой моб. Это баран, только он с рогами. Убивай его, давай убивай его. У тебя есть классная штука, чтобы убить его. Давай. Пиу, тыртаты, папа. Скир, пищтау. О, нормально, все. Еще одна фея летает и летает. А ну, уходи от нас. О, все, нормально. Да не прогоняй. Короче, мы сегодня покажем вам дюб, который нам сообщил администратор другого проекта. Да-да, не удивляйтесь. Мы общаемся не только друг с другом. Вот. И сейчас мы его покажем, а вы, короче, оцените. Не знаю, где-то можете использовать, где-то не использовать, где-то он починен. Короче, я не знаю. Авторы, наверное, его починят. А может и нет. Короче, для дюпа нам потребуется мод Ботания. Вот эти мои пистолет волшебный. Ну давай я сейчас вот так вот выкину. Подниму. Мотание бл... Ботань... Мотание. Мотание бластер. А, мана. Ну, короче, мана, маны, те, кто шарит, короче, понимают. Это бластер с копанием. На, забирай его обратно. Ману тоже забирай креативную. И в 1.12 добавили вот такие классные сундучки-шелкеры, которые можете складывать ресурсы, которые можно переносить. Вы все знаете. Получается шалкера, который есть в Эндермире. Да, короче, да, все, все, кто знают, понимают. Дэч, стреляй в него. Струляй, давай, давай, струляй. Хова! И выпадает два. Ну, все просто и очевидно, да? Вот кто бы мог подумать. Вот два шалкера. Раз шалкер, два шалкера. В этом есть дроп, в этом нет дропа. Наверное, потому что я в ГМке, да? Что ты делаешь? Сейчас. Ты еще знаешь, что... Давай, короче... Так, этот барабанная дробь... Да нет, не так. Дэч, подожди, сейчас я покажу. Подожди, не перебивай. Смотри, сегодня мы с Дэчема будем тестировать разрушители легенд. Сможет ли Дэчема прострелить насквозь все эти шалкеры? Давай, на один блок ниже вставай. Сейчас, секундочку. Да на один блок ниже просто сломай, закопайся, все, давай. И стреляй, давай. Сколько? Пиу. О, смотри, я думал, все пробьет. Ну, слушай, так тоже неплохо, да, дюпай? Давай второй выстрел. Оп, отлично, пуля резкая, пацанская, пробивная. Ну, вы поняли, давай, давай сейчас проверим то, что у меня не получилось в начале. Будет ли в шалкере дюпаться вещи дроп внутри? Да, да, только мне нужно их все скинуть. А как скинуть? О, боже. Скорее всего, там не только шалкер. Сейчас. Я все выкину. Да, давайте, если вы найдете, какие еще блоки таким способом можно дюпать, вы напишите. Так, вот. Есть, короче, дроп, да, в нем? Все, я выкинул. Давай, гамми, моды, ноль. Все, я не в ГМке. Два поднял, поставил раз, поставил два. Тут пусто, тут есть. Ну, то есть вещи внутри не дюпаются. Ну, это немножко огорчает меня. Но, вы понимаете, вы приходите к другу, а у него магазин шалкеров. Что вы подумаете? Что он дюпер. Все правильно, именно так. Вот такой вот легкий дюпчик. Я думаю, следующий дюбчик мы запишем тоже на этой сборочке. Или будем чередовать, знаешь, там технический, магический. А может, ну, вообще на старой версии. По лайкам это. Может, люди скажут, хотим больше Ботании. Давай по комментариям. Пусть в комментариях напишут, на какой версии и какой мод найти дюб. Вдруг да, они напишут вот, Iron Chest на 1.4.7. И мы такие... Ой, все, все. Всем... Всем пока-пока. Пока-пока. У нас есть группа Дискорда, где дюпы показываются раньше, ребят, заходите. А еще у нас есть сервер. Borealis.su. Да, Borealis.su. Смотри. Там недавно отбыл нанотэч, короче, он клёвый. Ты смотри, кого я нашел. Ой, блин. Я ногу себе сломал без ГМки, привык. Да не ругался, я искал блл. Тут кристаллы воды. Блл-я. Я блл. Тако. Это классно. Давай его соберем. О, нормально, нормально.
Ты что, сейчас дюпать будешь все подряд, да? Да. Ну все. Всем пока-пока. Всем пока-пока.